В 2020 году впервые на Олимпийских играх пройдут соревнования по скейтбордингу в двух дисциплинах. Мы надеемся, что нашу страну будут представлять как можно больше спортсменов, и в том числе среди них будут спортсмены Московской области. Скейтбординг в нашей стране появился еще, когда страна называлась немножко по-другому, Советский Союз. Первый чемпионат СССР по скейтбордингу прошел в Саратове в 60-е годы прошлого века. И сейчас скейтбординг активно развивается. Можно сказать, что он переживает бум, открываются скейт-парки, проводятся регулярно соревнования, как при поддержке Федерации скейтбординга России и Федерации скейтбординга Московской области. В Московской области за последние несколько лет сделано достаточно много для развития скейтбординга. Развивается инфраструктура. В каждом практически городе Подмосковья, большом, открывается скейт-парк. Там проводятся соревнования, появляются новые потенциальные кандидаты в сборную команду Московской области. Благодаря тому, что губернатор Воробьев любезно включил строительство скейт-парков в программу «Спорт Подмосковья», появляются новые объекты для занятий спортом. Я видел почти все площадки Московской области. Они выполнены достаточно на хорошем уровне и с точки зрения и для катания, и для безопасности. То есть во всех скейт-парках можно оттачивать какие-то базовые элементы. Все скейт-парки, они доступны. Калитка туда открыта, и, в принципе, любой желающий может прийти, покататься, как-то приобщаться к нашему новому олимпийскому виду спорта.